пока министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заверяет всех своими обещаниями, что она будет проводить переговоры с разными странами по теме отправки нелегальных мигрантов, криминальных элементов обратно в эти страны, баварское правительство тихо-молча делает свое дело. Вы находитесь на канале Олдачман, и мы с вами разговариваем в последнее время о миграционной политике, о криминальной обстановке в стране, и о том, как ведут себя многие беженцы, будь то нелегалы из Афганистана, Пакистана, Сирии, Туниса, Марокко, или наши с вами бывшие соотечественники. Итак, две недели назад Нэнси Фезер выступала по телевизору и заверяла всех, что приоритеты в ее работе, приоритеты в ее жизни ⁇ это в первую очередь безопасность собственного государства. Это ее очень сильно беспокоит, и она прикладывает все усилия к тому, чтобы договориться с различными странами, в числе которых Афганистан и Сирия, по вопросу отправки, возврата обратно различных криминальных элементов, которые не хотят адаптироваться к немецкой жизни и не хотят вести себя достойно нормальных граждан, и нелегальных мигрантов, приезжающих в нашу страну, в Германию, по разным путям с разными фальшивыми документами, имеющими легальные визы. Тут все вопросы к нашей дрожайшей Анна-Лене Бербок, министру иностранных дел. Но Нэнси Фезер заявила открыто на пресс-конференции, что она уже на половине пути к решению этого вопроса по мигрантам. И осталось дополнить только различные маленькие детали к решению этого вопроса. И тогда можно уже будет отправлять вот этих вот криминальных элементов, этих уголовников, нелегальных мигрантов обратно в страны. Но, как она сказала, в Сирии у нас все еще сложная военная обстановка, так как местами там идут боевые действия, гражданская война все еще не затихает. И это становится препоном на пути отправки различных мигрантов сирийского происхождения обратно на родину. Но она ничего не сказала о тех марокканцах, приезжающих сюда под левыми документами и ведущих абсолютно отвратительный образ жизни, продающих наркотики, нападающих на людей с ножами. Она ничего не сказала о тех тунисцах, о детях тунисцах, которые, согласно европейским законам пока еще не стали совершеннолетними, не подлежат уголовной ответственности. И тем не менее, ссылаясь вот на вот это вот своими мозгами, эти дети скорачивают вокруг себя различные юношеские банды и группировки и грабят людей на улицах среди бела дня, зная, что их за это не посадят. Вот вам пример по поводу этих детей-мигрантов. Испания в середине июля отказала в приеме 6 тысячам детей без сопровождения, прибывшим различными путями в Германию, то есть в Испанию, простите. Это дети нелегалы. Испания просто взяла и отказала. Все, делайте что хотите, Хоть пусть их принимает Франция, пусть их принимает Португалия, пусть их принимает Италия. Испанцы сказали нет. Об этом писали в газетах, об этом говорили по телевизору, но испанскому правительству это надоело. Они сказали, что в своем доме мы сами хозяева. Так что разбирайтесь у себя. Что же делает наше немецкое правительство? Немецкое правительство утверждает, что это дети, с ними нужно разговаривать гуманно, нужно проводить психологические работы, чтобы они адаптировались в немецкую среду. Ну так вот, с Нэнси Фезер мы пока закончим. Она льет воду для того, чтобы убедить избирателей, в первую очередь, и население страны в правильности своей работы, в том, что она радеет за безопасность страны, за безопасность Германии, проводя различные пресс-конференции и выдавая, скажем так, предвыборные обещания тем, от кого зависит ее политическое будущее на следующий год. Так вот, идем. Из Берлина ниже в Баварию. 24 июля этого года тихо, спокойно, мирно из Мюнхенского аэропорта вышел борт, который вез с собой сколько? 40 человек нелегалов, мигрантов. У него две цели у этого борта. Албания, город Тирана, и Кишинев, столица Молдовы. 25. Нелегалов, мигрантов, бандитов, уголовников албанского происхождения были отправлены в Албанию в Тирану. 15 человек отправили обратно в Кишинев, в Молдавию. Чем занимались эти люди? За ними давным-давно следила полиция, они попадались на кражах в магазинах, они попадались на кражах велосипедов, на кражах автомобилей, они попадались на албанцы, продажи наркотиков, ограбление с применением оружия. Угрозы жизни граждан вели неподобающий образ жизни. Вот что сказала немецкое, вернее, баварское управление по делам беженцев и возврата обратно в страны. Как же она называется? Amt für Asyl und Rückführung. По-немецки просто, а вот по-русски тянется такая вот тирада. Они просто сказали, что таким людям в немецком обществе делать нечего. Тем более, что они за несколько лет жизни в Германии так и не поняли, куда они попали, и что здесь их уголовные законы, вот эти вот, как говорили раньше, уголовные вот эти понятия, бандитские понятия, не прокатывают, скажем так, их языком. Поэтому Молдова с удовольствием встретила своих 15 героев пытавшихся воровать здесь машины, пытавшихся грабить дома, пытавшихся воровать сумки у людей на улицах, водку в магазине. Албания с таким же распростертым объятием приняла 25 своих албанцев, которые вели себя точно так же, как вот эти вот 15 молдаван. Вот так вот. Бавария тихо, спокойно, молча отправляет тех, кто не угоден немецкому государству, обратно в те страны, не афишируя это громко, не давая повода для разных желтых средств массовой информации, таких как типа газета Bild или еще ей подобные, чтобы те разносили сплетни по сетям, по интернет-порталам, мол типа Бавария такая плохая, вместо того, чтобы поговорить с этими людьми или дать им еще один шанс, посадив их в тюрьму на несколько лет за деньги налогоплательщиков, выпустить их потом опять, чтобы они снова начали грабить, воровать, избивать, насиловать и так далее. Бавария сделала проще. Чемодан, вокзал, как раньше говорили нам в Молдавии, в, 91, в конце 90-го, в 91-м году, особенно в 92-м году, чемодан, вокзал России. Говорили всем русскоговорящим. Ну вот здесь то же самое. Лозунг, который те граждане Молдовы в начале 90-х отправляли в адрес русскоговорящих, сегодня обернулся против них. Чемодан, вокзал Молдова или чемодан, вокзал Албания. Рано или поздно карма бьет, причем она бьет с двойной силой. И да, тут у меня под последним видео, вернее, как под последним, одним из последних видео, в июле месяце появилось очень много авторов комментариев женского пола, которые посчитали, что мы в наших видео выпусках говорим ложь, распространяем дезинформацию о честных мирных украинцах. Когда я показал фотографию украинского, одного из украинских командиров батальона Азов, с надписью там, где мы другим нет места, эти слова говорил Гитлер, где я показал фотографию, на которой на борту БМП-2 украинской нарисована свастика, нашлись именно женщины, не мужчины, женщины, которые начали оскорблять, унижать, поливать грязью, в первую очередь меня, за распространение дезинформации. То есть э, это представительницы, скажем так... Э, комитет солдатских матерей что ли я видел таких в начале 90-х годов когда я из молдавии перевелся служить на украину в погранвойска. войска несрочная служба нет я видел таких женщин которые кричали что их сыновей нужно перевести обратно но тогда они говорили на украину так что давайте каждый говорит по-своему Будем говорить, что я в грамматике безграмотный. Вас это устроит? Молодцы, отлично, идем дальше. Они кричали, что нужно всех сынов Украины вернуть обратно на Украину, пусть они служат на родине. Отовсюду, с Таджикистана, с Туркменистана, с Кавказа, отовсюду привезли украинских солдат, украинских пограничников обратно на Украину. Где были потом представительницы комитета солдатских матерей, когда вот эти вот солдаты жили в неимоверно отвратительнейших условиях в казармах, не мылись месяцами, потому что негде было помыться, заводились у них вши, они ходили грязные и вонючие. Где же тогда делись вот эти вот представительницы комитета солдатских матерей? Главное, что они кинули клич, всех сынов на родину, а что там будет родина делать со своими сынами, пофиг. Примерно то же самое происходит сегодня между Россией и Украиной. Мне кто-то сказал в, этом, в том видео в конце июля, мол, а почему вы говорите, что вот э, на Украине, так человек и написал, почему вы говорите, что на Украине нацисты, мол, в России тоже их полно. Да, я не спорю, в России их полно, в Молдавии полно, в Белоруссии их полно в Казахстане полно, на Украине полно, здесь в Германии их хватает. Их хватает. Но ни в одной из этих стран, кроме Украины, на государственном уровне не поощряется любовь к фашизму и к неонацистам, как среди господ э, панов Верховной Рады. Нигде, ни в одной из вышеназванных стран, не поощряется любовь к нацизму, кроме Украины. Делайте выводы, делайте выводы. Но те, это я так вскользь прошелся по тому видео, которое было у меня в конце июля на канале под названием «Свастика на БМП украинской армии». Мы же сегодня с вами говорим об нелегальных мигрантах, о высылке этих мигрантов из Германии. Какая земля, какое правительство, вернее представители правительства, как они себя ведут. В то время как Нэнси Фезер кричит во всеуслышание, что она уже на пути к окончательным договоренностям с Афганистаном и Сирией, хотя есть некоторые препоны. Баварское правительство просто молча собирает уголовников, криминалов, нелегалов, до которых не доходят, что они приехали в нормальную страну жить. Вот и живите, работайте, живите, вам никто не мешает. Вам выдается временный вид на жительство, и живите, и работайте. Бавария молча собирает вот этих вот уголовников и отправляет их нафиг обратно туда, откуда они через третьи страны приехали в Германию. Вот такие вот у нас были сегодня с вами новости. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями. Да, для тех, чьи комментарии всегда уходят в спам. Не забудьте э, указать, что это лжеинформация, информация, что это клевета и вообще чушь э, неполноценная. Не забудьте это указать, чтобы окончательно отправиться со своими комментариями в бан и избавить в первую очередь себя. От обязанности писать комментарии на этом канале. Всем удачи. Пока.